А, то есть я даже на втором месте каким-то образом? Игроки такие в тупике, не знают, что делать просто. Чё за дичь? Игроки просто в тупике, не знают, что закрашивать. В итоге игра просто так вот заканчивается с такими вот показателями странными, что вообще я буду угорнуть по полной. А вот это что там? Вот это как называется? Объясните мне, как это называется? Как это называется? Ты чё там делаешь? Ты вообще играть не хочешь, что ли? Просто челик такой, я не хочу играть, я поплыл под водой там. Чё за фигня, я не понимаю. Всем привет, ребята, с вами снова Фекс, и сегодня мы будем играть Hunger Games на сервере Hypixel. Погнали! А вот наша уже первая игра, в принципе, уже почти, собственно, началась. И вы скажете, блин, а чё тут делают мини-игры? Ты же вроде как на канале снимаешь только сериалы. Так вот, я вам сейчас все объясню. Почему я снимаю какие-то мини-игры там на сервере? Потому что, знаете, мне самому в какой-то степени уже надоело просто одни сериалы снимать. И теперь я хотя бы займусь какими-то, не знаю, съемками других. Это, не знаю, там, мини-игры на серверах, там, не знаю, другими прохождениями карт, допустим, там, и еще всякого разного. Ну, чтобы хоть как-то, я не знаю, контент свой разнообразить. И вот первым, чем я решил записать мини-игру, это, в принципе, Hunger Games. Одна из моих любимых старых игр, в которых я почти не помню, как что проходить и играть, собственно. Поэтому будем вместе с вами ностальгировать, вспоминать, как вот это вот все проходить, играть и прочее. Я прям чуть в челика не впечатался. Вот, просто падает туда, куда я падаю. Это как понимать вообще? Чел, ну ты шо? Я вроде как, в принципе, не такой уж косой человек, в принципе, попадаю, как видите, да? А, блин, чуть-чуть не получилось, не фартануло, да? Ничего страшного. Вообще ничего страшного. Второе место, ребят, вообще отлично! Я, то есть, вот это вот одна из самых трудных игр, я считаю. Так, здесь, если, я так понимаю, просто битва у нас будет, да? Задача, убейте всех противников. Хорошо, сейчас мы всех ушатаем. Ну, мы по тактике будем сначала... Собака лезет и все. Уйди, пошел нафиг отсюда. Ху-ху! Как, блин, как навалится сейчас еще нафиг. На тебе, кошки. Так, уезжаем. Ну, Свентус, ну что ты такой медленный-то? Да, о! Чё это такое, слышь? Куфига! Вот это я, конечно, понимаю, просто меня забили толпой так. Просто толпой забили. Ты с челика какого-то фига, по-моему, мне пронес столько ударов, при том, что, типа, другие люди даже не попадают в это время. Вот это, конечно, было странно. Ну, ладно, фиг с ним. С кем не бывает, проиграл, да? Собственно, да и все, собственно. Ничего такого не произошло, можно так считать. И мне сейчас интересно узнать, кто, собственно, победит. И мне кажется, это будет какой-нибудь вот этот челик, который вот сзади вот тут. Да, он выиграл. А нет, подожди, еще. Вот крыса сидел там до конца игры, чтобы закрысить. Вот жулик-то, а. А тут еще есть или почему игра не заканчивается? Так, не понял. Чё-то тут немножко враньём попахивает. Где? Где игроки? Чё тут бегают? Вот он выкатился. Какая-то странная игра в этот раз получилась. Да ладно. Так, заберите столько земли, сколько сможете. Я помню, я в этой игре был самым топом мастером. Даже помню свою тактику, я пойду сразу закрашивать по полной программе. Чё делают эти поганые игроки? Забирать, закрашивать. Купец, игроки, вы что творите, эй? Просто меня в тупик вогнали. Игроки, вы что творите, эй? Вы что, охренели? О, тут дофига прям. А, я тут даже вообще закрашивать ничего не могу, классно. То есть, даже вообще вот, даже если бы я захотел, я все равно тут закрасить не могу даже. А если вот... Нет, вообще... С черной шерстью? Какой черная шерсть? Тут вообще нету черной шерсти. Вы чё? Вы чё за фигня? Только ря... А у меня вообще в тупик вогнали. Понимаю. А, то есть я даже на втором месте каким-то образом? Игроки такие в тупике, не знают,
вообще делать просто? Чё за дичь? Игроки просто в тупо, я не знаю, чё закрашивать. В итоге игра просто так вот заканчивается с такими вот показателями странными, что вообще я буду угарнуть по полной. Ой, я просто не могу её играть. Так, следующая у нас мини-игра, чё тут? Уклоняйтесь от пушечных выстрелов, нифига! Я как-то так сейчас завидел, что тут летят какие-то пули, блин. Ладно, пробую такую тактику стоять. Вау. Вот так вот, думаю, от третьего лица будет играть удобнее. О! И так... Печально. Слишком идеально она по мне попала. Слишком идеально оно на меня нацелилось. Я даже не смог увернуться тупо. А вот это что там? Вот это как называется? Объясните мне, как это называется? Как это называется? Ты чё там делаешь? Ты вообще играть не хочешь, что ли? Просто челик такой. Я не хочу играть, я поплыл чисто. Я поплыл под водой там. Чё за фигня, я не понимаю. Воу, челик прям конкретно выживает. Молодец, молодец. А ну он один остался, да? Нифига, живучий жулик. Смотри, тупо выживает, тупо нагнуть его не могут эти пули просто. Нет, убило все-таки. Ну, в принципе, занял первое место, молодец, в принципе. У меня 4 балла, но я мог бы сейчас на третьем месте без проблем, или на втором даже мог быть. Ну, тут главное так, я вижу башню. К башне, да, к башне все вспомнил. Надо бежать к башне. Тут главное сейчас первым прибежать, и тогда все, в принципе, в руках у меня. Нет, паукар, пошел в жопу. Да ё-моё, одни тупики! Тут что за дичь-то? Где? Где проход? Где? Нет, у меня полтора сердечка! За что? Не знаю, ребят, я помню, я раньше вообще эту мини-игру без проблем проходил, вот эту вот, к центру до башни дойти. Но тут внезапно что-то меня подловило конкретно, я не знаю, в чем прикол. Ну ладно, ладно, фиг с ним, как бы. Мини-игр-то еще, в принципе, вроде как много осталось. Так что еще можно хотя бы третье место занять. Без проблем, без проблем, без проблем, без проблем. Как говорится, вообще без проблем. Вот эти игроки, их убили вон тоже, такие в тупики попадали, блин. И их сразу сожрали, тупо, я так понимаю. Стоите, тут достаточно много клеток игроков. Игроков тут достаточно мало, на самом деле. Обычно тут больше людей бывает. Как раньше, я помню, играл. Больше людей тут конкретно было. И да, естественно... А, нет, ну, в принципе, да, я прав. Можно еще как бы четвертое место занять. И вот тут, в принципе, можно это сделать. Пройдите паркур, сохраняя хороший ритм. Ох, с ритмом тут, конечно, у меня, наверное, не так все четко будет. А нет, в принципе, нормально. Вот тут главное сейчас не свалиться. Е! Да! Да в смысле я третий? Как вы так проходите? Вот этот чел, он просто, он неубиваемый. Он тупо, я не знаю, он как-то ускоряется или что, я не знаю, как он вот первее всех прошел, вот как он это делает. О, все отлично, я уже в третьем месте, я в топе уже сижу. Это уже хорошо, ребят. Стойте на вершине красной платформы, чтобы получать очки. Без проблем, без... А, так тут еще и драться, вы че прикалываетесь? Какой драться? Это просто стоять будем. Ладно, 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 ладно. Выпихиваем всех тогда, выпихиваем всех. Пофиг, всех просто шатаем, всех убиваем. Просто месиво какая-то, просто месиво, куча мяса, на. Кого вообще не откидываются? Ты чё, офигел? Откидывайся это хоть. Во, откидывался. Ой, тут вообще жулик, прям вообще не откидывается конкретно. Не знаю, я сейчас видел, вроде как его толкнули. В принципе, нормально, думаю. Главное, меня откидывает за 1000 километров, а других не откидывает. Вот этот поворот, думаю. Меня просто как лепешку ушатали во все стороны. Пошел в жопу! Вы все пошли! Ушли нафиг отсюда, это моя платформа. Я тут, короче, король в скобочках. Конечно, не буду я королем, наверное. Нет, нормально.
Он на шифте ходит? Ты думаешь, это поможет тебе, чел? Челику не поможет. Я... Первое место, да ладно! Вот это жестко! Вот это жестко, я понимаю! Ой, скиньте других игроков с карты, смотрите под ноги. А, еще и лед исчезает под ногами, офигеть. Так, все, скидываем всех. Так, меня не надо, пожалуйста. Меня... Да вы че меня-то хейтите, эй? Вы че меня хейтите? Надо, главное, быть тут точным. И так, знаешь, в крысу подбежал, так скинул, знаешь. Да, выкинул! Двоих выкинул тупо! Ну, конечно, челики мне тоже помогли, в принципе. Вот того скину, мне кажется, он в топе. Наверное, я не помню. Просто скидываем его. Запихиваем его. Просто запихиваем. О, ты как не упал, эй? Нет! Смотри, у него читы, короче. Хоть пиксель бань его. Ребят, надо на него, короче, вот увидите его ник, запомните. Кидайте на него репорт. Либо он бага на ушлёпках, либо он реально читер. Мы с челиком вдвоем остались как-то. Я не знаю, как так-то. Да! Победа! Просто победу вырвал из рук в руки просто. Даю пинка. Фу, даю пинка. Ну, ребят, в принципе, неплохо. То есть, вначале мы с вами проигрывали по полной программе, но потом мы, в принципе, взяли, так сказать, в руки все силы и заняли... Подожди, так я второе занял или третье место? Подожди. Я занял... Нет, я занял второе место. Понятно, хорошо, отлично. Ну, у нас уже, тем не менее, начинается вторая игра, в принципе. Я думаю, две игры на одно видео, думаю, хватит. Опа. Так, дважды нажмите пробел для двойного прыжка. Хорошо. Цель. Уничтожьте всех врагов и мир в округе. О, свинками стреляться! Вы че? Вот это прикол. На тебе, братан, на тебе. Ушатал, отлично. Просто в ритм надо входить, надо быть точным. Цель, это главное, быть точным. Попадать в свою главную цель. И уворачиваться от выстрелов. О! Давай, стреляй в него. На! Опа! Ова! Ова! Вот так вот. Уворачиваемся от всех. На! Просто месиво, просто месиво. Какое-то тупо месиво. Так, я, в принципе, нагибаю неплохо так, я вроде как. Первое место, нифига себе, неплохо. Сейчас так напишите в комментариях. На первом месте сидит, говорит, ну да, неплохо так нагибает. Ай, ну, да, я там застрял. В принципе, без шансов. Я хочу подпрыгнуть сюда, спасибо. Я очень рад. О, на тебе! На! О! О! На тебе! О! Блин, меня ушатали. Знаешь, так догнулся, меня ушатали. На! О, на тебе! Просто на! На! Просто взорвись, уничтожься. Я на дерево залетел случайно, понимаете? Второе место, неплохо. Вроде как, я не знаю, не помню уже, был я топ или топ в этой игре, не было, не помню. Стреляйте в движущиеся цели, хорошо, без проблем. Первый игрок, набравший 60 очков, побеждает, хорошо. Выбил! Золотого выбил! Ова! Отлично. Выбил. Я не знаю, я специально по самой нижней стреляю, потому что повыше, я не знаю, там невозможно для меня. На! На! Да, попал! На, бомбочка! Да, попал! Тут я даю сейчас конечно пинка. При том, что я никогда не был лучником, по сути. Но это еще называется хорошо иду, так знаешь. Хорошо иду. Второе место. Я не знаю, я как будто, знаете, прикован к этому второму. Прилип, за что? Закрасьте холст и как можно больше кидай яйца. Понятно. Понятно, все понятно. Мы будем закрашивать все, что можем. Я думал взять тактику, типа закрашивать вот так вот где-то вот по бокам, потому что
Туда, наверное, игроки особо сильно не будут целиться. Они так, знаете, как по-тупому, знаете, будут стрелять типа вниз, а я буду только стрелять типа по самому низу или где-то там по бокам, короче. В итоге у меня будет всех больше баллов очков, так знаете. По тактике. Просто по тактике. Вот кто-то специально закрашивает мой цвет. Вы зачем это делаете, народ? Первое место. Молчу. Тактика, ребят, рабочая. Пользуйтесь на здоровье. Тактика рабочая. Так, что тут надо? Создавайте необходимые предметы и передавайте их мастеру. Я, кажется, вспомнил. Нужно вот так вот, да, вот так вот собирать руду. Всякую разную. Допустим, плавить ее, да? Да мне не хватило! Так, и крафтить, а потом ему отдавать. Все, я понял. Я вас понял. Так, алмазы. Алмазики. Собственно, все мои алмазики. А, можно сразу. Алмазы не надо даже переплавлять. Классно. Так, что там у нас? Дерево. Лодка, хорошо. Лодка сейчас будет. Лодка у нас. Самая красивая, самая шикарная лодочка у нас будет. Самая супер-пупер, что не есть лодочка. Так, железка. Чё нам там надо? Блин, никогда не любил крафтить такие вещи, которые вот вагонетки всякие. Да чтоб эти баги на хайпикселе, блин! Даже баги на хайпикселе присутствуют, понимаете, насколько мы дожились. Баги на хайпикселе даже есть. Я не знаю, я сейчас руду подобрал, мне все равно как бы она не взялась. В чем проблема? Даже выяснять не хочется на самом деле. Ну что? А, все? Я типа тебе отдал все. Я думал, еще что-то будет, типа. У меня есть камень, я буду. Нет, ребят, я не знаю. Это второе место уже на самом деле становится каким-то проклятым. Я уже как до этого говорил. Избегайте падающих наковален. Хорошо, без проблем. Ё-ё-ё! Просто град, короче, из это. Из наковален, короче, град. Красота, думаю. Но я тут не надеюсь на какую-то там, не знаю, хорошую, так сказать. Место? Потому что я считаю эту мини-игру достаточно сложной. Особенно, когда, знаешь, так смотришь вниз, а потом резко на тебя наковальня прилетает. Вот, как сейчас почти. Сейчас-то я, ладно, хоть вернулся. Нет! Я чуть не сдох, понимаете? Чуть не сдох. Меня хотели убить какие-то жулики. Страшно. Понимаете, страшно каждый раз, когда на тебя какая-то куча наковален падает. Ё-моё. Я обосрался сейчас тотально. Ё-моё. Офигеть, я обосрался. Вы чё? Как я ещё выжил? Вопрос у меня такой. Появляется с каждым разом. Как здесь можно вообще выжить? Народ, объясните мне. Мне страшно играть с этими наковальнями вашими. У меня тут уже дырки одни остались только. И вот сюда хочу. Тут более-менее еще большая платформа. Так что можно тут повыживать. Оба. Такая просто появилась. Хотела меня раздавить. Жопа хотела меня раздавить. Я буду... Йо! Охренеть! Сюда. Я не знаю, в чем прикол, ребят. Ё-моё! Охренеть! Ребят, вы... Без комментариев, ребят. Просто без комментариев. Не попадите в лаву. Хорошо, без проблем. А как, собственно, можно не попасть в лаву? А, это типа пол это лава. Все сами понятно. То есть подо мной еще появляются горящие блоки, понимаю. То есть буду прыгать, чтобы, не знаю, как-то баговалось оно, что ли, что там. Может сработает, может не сработает, не знаю вообще.
Чтоб тут прикол отличается от обычной полоты лавы, это то, что некоторые блоки, они сами, знаете, подгорают. Несмотря на то, что ты на них не наступаешь! Да, не наступаешь. Вот так вот, короче, сам себя. Ну, третье место. Тем не менее, все равно третье место занял. Без проблем, вообще не против. Так, он далеко. Мне плохо будет, если я пойду не туда. Бежать! Беги, беги, беги быстрее от паукана, а то он еще поймает тебя за жопу еще, не дай бог, укусит. Зараза ты пауканская, а? Полуручанская, зараза. Да ты прикалываешься или чем-то? Я столько времени бежал, чтобы упрутся в тупик. Упороемся, короче, в тупик, ребят. Я близко! Я близко! Победа! Ну, я далеко не первый, конечно. Так, ну, я третий. Хотя бы не как в прошлый раз, тупо сожрал паукан и все. Тут хотя бы третье место, ладно, и на этом спасибо, собственно. И как бы на этом хорошо. Так, хорошо. И я опять занял второе место, ребят. Я не знаю, я уже реально проклят этим вторым местом. Оно просто самое, что ни на есть проклятое второе место, ребят. Просто самое, что ни на есть топ. Ну что ж, ребят, если вам понравился этот видеоролик, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу в Дискорде, а также ВКонтакте. Всем удачи и всем пока, ребята!